Становитесь. Равняйтесь. Мира. Равнение на середину. Товарищ полковник, здесь состав управления проведения мероприятия в рамках соблюдения режима. Построим, доложу, майор Болтин. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Коля, уважаемые коллеги, сегодня проводим мероприятие на территории города Саратова. Проверки подвергаются местам массового пребывания граждан. В мероприятии принимают участие представители Роспотребнадзора, администрации муниципального образования города Саратов. Старшим групп задачи поставлены, особое внимание обращая личного состава на соблюдение мер личной безопасности, при несении службы соблюдать закон, быть вежливыми, корректными с гражданами. Особое внимание уделить проведение профилактической работы, разъяснению гражданам соблюдения действующих норм законодательства и предупреждать его ответственности, которая установлена в настоящее время в связи с невыполнением требований и условий содержания чрезвычайных ситуаций. Фамилия моя Голубцова. Смотрите, по Кировскому району, смотрите, у нас сейчас такая ситуация по коронавирусу, правильно? Да. Проходит. Вы слышали о том, что дистанция между покупателями должна соблюдаться? Вот, соблюдает. Ну, каким образом они сейчас соблюдают? Вот, один человек, вот дистанция, вот видите, соблюдает. Мы мы всегда скажем, вот, соблюдать. Можно вас попросить сделать какую-либо разметку, хорошо, чтобы люди понимали, что у них здесь должно быть конкретное местоположение, то есть они встали вот здесь, следующий через полтора метра следующий стоит. Хорошо, обязательно, сделайте, пожалуйста. Обязательно сейчас сделаем. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы можете попросить своих покупателей, чтобы держали дистанцию согласно указу, который вы выдали? Конечно. Вот видите, мы видим сейчас повышение. Чуть-чуть подальше. Да, вот видим между мужчинами. Можно сделать дистанцию? Конечно. Будьте добры, разойдитесь, пожалуйста, друг от дружки на полтора метра. Уважаемые покупатели, чуть-чуть друг от дружки отойдитесь на полтора метра. Спасибо. Целью нашего рейда было сегодня профилактические мероприятия, которые направлены на большое скопление, то есть на рынках людей. Мы их предупреждали в связи с сложившейся тяжелой обстановкой в стране по коронавирусу, да, которая, чтобы был режим масочный, то есть как бы носили маски, соблюдали дистанцию, то есть непосредственно в самом рынке мы также выявляли и смотрели, да, работают ли те магазины, которые запрещены вне запрета. То есть таких магазинов у нас на данный момент не выявлено. Все работают в обычном режиме, который согласно постановлению правительства Саратовской области. Нарушения, ну, в основном, как бы, мало расстояния дистанционные, да, но как бы людям поясняли, объясняли, как бы профилактическое мероприятие проводилось. Ну, как бы так. Здравствуйте. Моя фамилия. Кто здесь продавец? Кто здесь осуществляет деятельность? Я. Вы? Да. Почему вы без маски на рабочем месте находитесь? Я только что снял. Оденьте, пожалуйста, маску. Почему у нас пакет лежит? Никто не заходит, поэтому я. Как никто не заходит? Неважно, заходит или не заходит. Себя поберегите. Вы постоянно на рабочем месте должны находиться в маске. Вы знаете, на какой стране наша ситуация сложилась. Кто у нас осуществляет деятельность? Где у вас информационный центр? Покажите. ННН, УГРН. Давайте посмотрим документацию. Здравствуйте. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции должны на рабочем месте постоянно находиться в защитной медицинской маске и перчатках. Соблюдать дистанцию 1.5 метра. Проводить дезинфекцию рабочего места каждые 2 часа. А
Вы как-то ни в гости не представились, ничего. Нам даже интересно, кто у нас тут в гостях. В гостях у вас. В связи с чем? ОИА-СОП-3. Помимо эволюционов, в связи с тем, что в стране у нас коронавирусная инфекция. Вот, для цели мероприятий профилактических. То есть мы попросим. Чем вам помочь? Ну, если хотите, можете с нами пройтись, посмотреть. Спасибо. Спасибо за разрешение. Вот. Пойдемте просмотрим продовую барынку, значит, чтобы не было, то есть, как бы по распоряжению правительства Саратовской области у нас должны быть только продовольственные товары, да, и первая необходимость, которая указана в перечне у нас представлена. Все остальные объекты, как мы видим, например, вот цветы, они как бы закрыты, я так понимаю, они что они закрыты, не... Да, они не работают. Все правильно. Вот я вижу, да, вот в этом же магазине есть продовольственный товар, который также, да, продают. То есть они цветочки закрыли, да. Продовольственные продают. То есть тут нарушений никаких нет. Мы еще раз по поводу ношения масок, перчаток и дистанционного расстояния между покупателями и также самих продавцов. Можно воспользоваться случаем и попросить вас помощи в первую очередь приобретении масок и перчаток. Где это можно сделать и как быстро? Вначале... В аптеке маски в общей доступности. Ты даже таким вопросом не задавался. В аптеках есть? В каких аптеках? Мы пытаемся купить уже, вот и никак, ну, вот уже маски не получается. Жена выдает. Жена, вот мне тоже выдает. Ну так, а у нас-то проблема в том, что у нас достаточно большое количество персонала. И как бы получается, что эту проблему надо как-то попытаться помочь решить нам. Знаете, мы были в магазине, то есть на Посадского 276. Вот, там есть в доступной, как бы, продаже очень много масок. Можете туда, как бы, обратимся обязательно. Я понимаю. Я понимаю. Вставляет адреса, где есть маски. Ну вот у нас еще раз, у нас есть дефицит и по маскам, и по перчаткам, и дефицит по дезинфицирующим средствам. Он существует. Реально купить негде. Что он без этого ходит?